пане Марко. Вітаємо вас. Доброго дня вам. Здравствуйте, рад слышать. Навзаєм. Маємо заяву українського МЗС про те, що передали меморандум. Якщо говорити в цілому про цю справу, як вам здається, які шанси має Україна? На що можна реально розраховувати? Ну, я думаю, що шанси дуже великі на положительний ісход цього діла в морському трибуналі в Гамбурзі, оскільки, напомню вам, этот трибунал принял решение об немедленном освобождении моряков, этих 24, и, собственно говоря, в прошлом году они были не то чтобы освобождены, они были обменены в рамках переговоров, так сказать, двусторонних, которые привели к тому, что 7 сентября 2019 года вот эти пресловутые форумы 35 на 37, по-моему, они вернулись в Украину. Это, кстати, еще одно из оснований, по которому, значит, Украина вправе требовать компенсации, поскольку произошло не формальное исполнение решения Гамбургского вот этого морского трибунала, а все-таки было отягощено процедурами обмена, что абсолютно, на мой взгляд, незаконно и решению этого трибунала прошлогоднему не соответствует. Поэтому я думаю, что шансы велики. Другой вопрос, что это все очень долго, это не будет быстро. Потому что одно дело экстренно принимать меры по немедленному освобождению людей по кодексу вот этого морского права, другое дело компенсация. Тут могут быть приходящие разные обстоятельства, но я думаю, что шансы, тем не менее, все-таки высоки. До речі, про повернення моряків. Наскільки пам'ятаємо, Кремль заперечував те, що це повернення є виконанням рішення морського трибуналу, а лише актом доброї волі уряду Російської Федерації. Це якось впливає, в принципі, на суть події, на те, як це буде оцінюватися судом? Ні, абсолютно, тому що це чушь абсолютніша, тому що дело в том, что Кремль не признавал решение морского трибунала. Вот в чем все дело. Однако решение от этого не перестает быть решением. Потому что освободить их обязаны были этих моряков исключительно по решению суда. То, что Кремль считал, что оно не распространяется, его юрисдикция на, собственно, ситуацию в Керченском проливе, сути не меняет. Поэтому Москва, Россия остается членом этого сообщества морского и подчиняется кодексу морскому, и другие-то решения они исполняют, с какой стати они не признают одно отдельно взятое решение. В интересах Москвы, когда решение принимается морским трибуналом, почему-то их все устраивает. А когда против Москвы, то получается, что эти решения им не нравятся. Так же это не работает. Это одна из ветвей универсальной юстиции, каким является морской трибунал, поэтому если заставят платить, платить будут. Просто таким завуалированным образом Москва исполнила это решение, передав моряков в виде акта доброй воли. Но какой же он был акт доброй воли, если Украина со своей стороны Киев вернула взамен, соответственно, других по акту доброй воли лиц. И это можно считать обменом, а никак не двусторонними актами доброй воли. В данном случае это никак не повлияет на решение морского трибунала. В исполнении предыдущего решения они могут эти компенсации признать обоснованими і прийняти таке рішення. Ну, от ви згадали про той обмін. До речі, власне, через це критикують президента Володимира Зеленського. Мовляв, пішовши на це, він, по суті, допоміг Росії тим чи іншим способом передати моряків в Україну і повернути. Якби ще кілька днів тоді минуло, то Росія, по суті, би не виконала, і це могло би потягти за собою якісь більш жорсткі санкції проти Росії. Як ви ставитесь до таких думок? Вы знаете, тут нет однозначного ответа. С одной стороны, конечно, нужно было, может быть, и ждать исполнения одностороннего со стороны Москвы решения морского трибунала и ждать, пока вернутся моряки. Но ведь он, Зеленский, руководствовался гуманитарными соображениями. Тут ему нельзя упрекнуть. Ведь родственники моряков и близкие и так далее очень хотели их быстрее увидеть. И он пошел на это, по-моему, исключительно для того, чтобы ускорить процесс освобождения. Может ли это повлиять сейчас на решение морского трибунала? Я не уверен. Мне кажется, что то, что Москва согласилась исполнять решение вот таким завуалированным способом, завуалированным методом, называя это актом доброй воли, это на, собственно говоря, суд иным образом не может повлиять, чтобы суд отказался на этом основании вдруг компенсировать эти требования Украины в отношении Москвы. Понимаете, вопрос политики, он всегда не такой однозначный. Зеленский может говорить о том, что действительно
заботился о судьбах военных моряков, и ему в этом, так сказать, нельзя отказать. Он имеет право, как президент, ставить на первое место судьбы людей, а не решение судов. Но, повторяю, для морского трибунала эта роль не играет. Марк Захарович, от маємо пост Євгена Єніна, заступника Дмитра Кулеби, який нині опікується цим питанням, пов'язаним з меморандумом, який вчора подали. І от у цьому пості в нього є фраза навздогін, власне, заявам самого Дмитра Кулеби про те, що документ, який вони вчора подали, містить факти, докази, показання свідків щодо порушення Росією міжнародних конвенцій, що мали місце у 2018 році в районі Керченської протоки. І маю питання таке до вас. Оскільки вони подали певні докази, то чи потрібно ці докази оприлюднювати для громадськості? Тому що все ж таки цікаво, що там саме за факти, які матеріали були передані. Їх можна оприлюднювати? Чи це якось зашкодить справі? І чи взагалі потрібно їх оприлюднювати, на вашу думку? А ви знаєте, тут діло в тому, що рішає, звісно, сторона подателя, в даному випадку істець, в лице українських органів, прежде всього МЗС, возможно, и Министерство юстиции какое-то отношение к этому имело в части оформления документации. Но я думаю, что, возможно, есть требования и суда, чтобы подобного рода доказательства, документы должны сначала быть приняты судом и уже определяться им степень допустимой публичности подобного рода доказательств. Поэтому здесь, возможно, есть ограничения, которые требуют сам процедура подачи подобного рода документов. Так что я бы сказал, что это не очень принципиально, поскольку, так или иначе, рано или поздно все эти доказательства, которые без того более или менее известны, они все равно будут обнародованы. Я бы, честно говоря, по этому поводу не слишком, предъявлял претензии МЗС. Они как бы действуют, исходя из процедуры правил, которые, может быть, не допускают чрезмерной публичности подобного рода обнародования фактов, документов. Процедура есть процедура, поэтому на самом деле это не очень принципиально. Ви також зазначили, що процедура отримання компенсації у разі відповідного рішення трибуналу Україною від Росії – це довготривалий процес. І хотілося б трошки поточнити, наскільки він є довготривалим. Зрозуміло, що такі справи за місяці не вирішуються, але якусь межу часову – 5 років, 10, 15 – скільки така тяганина фактично судова може тривати? І от з вашого досвіду, про які суми може йти мова? Да, давайте я на второй вопрос отвечу. Суммы это могут быть действительно десятки миллионов долларов. Десятки. Почему? Потому что, есть, видимо, расчет определенный, компенсации и, собственно, пострадавшим, морякам военным, которые находились под стражей, были в результате боевых действий, там есть раненые, по-моему, 3 человека, да? В разной степени. Плюс компенсация Украине за ущерб. Есть понятие, наверное, материальный ущерб, есть моральный ущерб. В конце концов, имущество пострадало. Это тоже весьма определенная степень компенсации, размер компенсации, который Украина вправе требовать. То есть вот эти 3 судна, Яна Капа и так далее, они же, собственно, сильно пострадали в результате действий пограничных сил ФСБ России, которые задерживали в Керченском проливе эти судна. И плюс какая-то там, снимали вооружение, снимали унитазы, что они там еще снимали. Видимо, это все запротоколировано актами. Поэтому это могут быть суммы в миллионы и даже в десятки миллионов долларов. Другой вопрос, как долго это действительно будет рассматриваться. Вы понимаете, там есть несколько вещей, которые влияют на сроки рассмотрения. Во-первых, сама имплементация. То есть нужно, чтобы все-таки суд принял к своему рассмотрению. Возможно, это не так долго продлится, как кажется, потому что уже есть первые решения об освобождении моряков, требования, обращенные к России. И, в общем, в продолжение тех решений подаются новые вот эти иски о компенсации. Но вот дальше есть, во-первых, просто очередность рассмотрения дела. Там, наверное, не единственное дело Украины и не единственные требования, которые требуется рассмотреть там. Это один момент. А второй, Москва может сильно препятствовать этому. Она может затягивать процесс. Есть разные уловки и хитрости, которыми Москва может затягивать, и начало самой процедуры, и дальнейшее рассмотрение и так далее.
этого вопроса. Так что, ну, конечно, это может растянуться на годы. Но я бы не сказал, что это 5, 7, 10 лет. Это, я думаю, меньший срок, но все-таки это... Ну, не быстро, це не в один день і навіть не в один місяць. Марк Захарович, дивіться, повертаючись до посту пана Єніна, от він в кінці зазначає, що рішення трибуналу очікуємо протягом 2022-2023 року. Реально це? Да. Якщо так коротко. Ну, я думаю, до 23-го року, да, дуже реально, за 3 роки, я думаю, таке розглядати можна. Ведь на самом деле, повторяю, там не так... Много рассматривать. Нужен расчет, экспертная оценка, все-таки подтверждающий размер нанесенного ущерба. Ну и, собственно говоря, представление соответствующих обоснований стороны истца и возражений стороны ответчика. Ну, во всяком случае, вы знаете, для профессионального такого суда, каким является морской трибунал, это не так все сложно. На самом-то деле, на это могут уйти, там, ну, не знаю, полгода-год максимум. А сама процедура непосредственного рассмотрения – это только решение судов, суда, его оценка. Вот и все. Поэтому, ну, повторяю, что до 23-го года я бы сказал, что это вполне реальные сроки рассмотрения такого дела. Ну, до речі, у цієї справи є ще внутрішньоукраїнський, внутрішньополітичний аспект. Знаємо, що проти колишнього президента України Петра Порошенка відкрита кримінальна справа за фактом, які підстави були у моряків робити, власне, те переміщення з акваторії поблизу Одеси до акваторії Азовського моря. Ну, багато коментарів йде навколо цієї справи. Хтось говорить про те, що це є ознакою політичного переслідування, і, мовляв, там немає, власне, складу злочину. Але от міжнародні інстанції, чи враховують вони подібні провадження, і чи це впливає якось ця кримінальна справа на те, що буде розглядати морський трибунал? Я вважаю, що претензії в цій частині по відношенню до п'ятому президенту Порошенко абсолютно беспочвенные и бессмысленные, не имеют под собой абсолютно никаких серьезных юридических оснований. Никаких. Да, другие я не беру в расчет какие-то претензии. Вот сейчас новые какие-то, видимо, возникнут в связи с его переговорами с Байденом. Это я комментировать не буду, это я не знаю просто. Но здесь совершенно невозможно ничего ему предъявить, потому что, во-первых, он принимал решение как суверенный глава государства. Причем это касалось территории Украины, перемещения этих судов военных вместе с моряками. Говорить о том, что это была какая-то с его стороны злонамеренная провокация, имевшая какие-то там политические цели далеко идущие, это бессмысленно и недоказуемо. Он защищал суверенитет, как он его понимал. И даже если представить, что это были ошибочные решения, вызваны они исключительно по субъективной стороне были интересами безопасности Украины. Поэтому я считаю, у такой справы перспектив никаких относительно истории с Керченским проливом. И то, что нынешние власти Украины пытаются из этой истории сделать уголовное дело, оно, мне кажется, вызвано больше желанием наказать предыдущего президента. Другое дело, что там есть другие претензии, которые я не знаю просто. Я никогда не интересовался, особенно в части коррупции, в части других дел. Ну так... У них, наверное, больше перспектив с точки зрения юридической, нежели вот именно эта история. Ну так, але це вже, як говорять, зовсім інша історія. Дякуємо дуже вам за включення. Да. Адвокат Марк Фегін вмикався.